Мы обнаружили вожака основного улья, командор. Тиран, важнейшее связующее звено между флотом улья в космосе и организмами на поверхности планеты. Уничтожив тирана, мы временно дезорганизуем тиранит и заставим их... Самое сердце улья. Отлично, Авитус. Но тирана так просто не убить. Приготовиться к сражению. Готовьтесь к бою. Это потерь, прием! Нас атакуют без перерыва! Осторожно! Граната!
Болевые генераторы устанавливаются, командор. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Землю! Отходим! Серьезный урон флоту Улья. Невероятно. Победа — лишь прелюдия к следующей битве. Вы нанесли воистину разящий удар, командор. Потеряв своего тирана, легионы тиранид останутся без управления. В конце концов, Улей воспроизведет нового тирана, но на это понадобится время. Именно, сержант. И этим временем нам нужно воспользоваться до того, как им воспользуется враг. Ангелос, конец связи. Авитус и Таркус служили на Кронусе, а ты нет, Цирус. Нет, меня направили на подготовку скаутов для компании капитана Барреля в системе Каурава. Пятно на нашей истории. Почему же? Вы явно что-то знаете. Что случилось с капитаном Баррелем? На Каураве все пошло не так. Баррель и многие другие, включая большинство моих скаутов, нашли там свою смерть. Каурава сильно прорядила ряды Ордена.
Если мы сейчас потеряем миры для набора новобранцев, кровавые вороны не выживут. Каурава была огромной ошибкой. Я не хочу больше об этом говорить. Thank you.
Командор, рой тиранид продолжает атаковать наши наиболее уязвимые позиции. Могучий воин тиранид провел свой выводок прямо в наши укрытия и другие зоны, считавшиеся безопасными. Последствия такого рейда могут быть катастрофическими для боевого духа наших людей. Что еще хуже, если мы быстро не подавим этот всплеск активности, обстановка во всем регионе будет дестабилизирована. Нужно быстро уничтожить этого монстра, чтобы обезопасить наши позиции и отбросить рой. Командор, мы наконец-то... Будем воззвать к ужасу народа? Нет. Мы будем драться с врагом вне зависимости от того, где он прячется. Остерегайтесь засад. Тиранины начали штурм. Атака с воздуха. Вперед! Давайте! Тиранины в атаку! Атака воздуха!
Надеюсь, здесь атака с воздуха. Вперед! Ждал прихода смерти, лежа под кроватями, могут вылезать. Пусть наши враги дрожат. Сегодня...
Пусть и победа досталась нам. Я изучил архивы Ордена. И похоже, это те же тираниды, которых ультрадесантники победили на Тарсисе. Они очень даже могут быть из этого флота ульев, Аддей. Именно поэтому тираниды настолько смертельны. Для выживания флота улья достаточно, чтобы в бою спаслось всего несколько кораблей. Эти несколько кораблей отправятся пожирать недостаточно защищенные миры. Так они получают биомассу, необходимую для воспроизведения флота улья. Со временем он станет даже больше. Каждый флот улья, который мы встречали, обладал достаточным потенциалом, чтобы уничтожить Империум. И каждый флот улья обладал потенциалом перерождения в любом количестве флотов, если несколько кораблей уходили в слабые сектора. Запомни мои слова, Фадей. У Империума нет недостатка в смертельных врагах, но все они бледнеют в сравнении с тиранидами. Thank you.